Очередной странненький ремонт, ремонтируем самокат. Вот это вот шляпки здесь не было. Клиент протер насквозь посадочное место. Но видите, какая дыра? Вот эта вот дыра протерлась о резиновое колесо, представляете? И, в общем, решили поставить сюда колодку от V-брейка. Такой вот своеобразный ремонт. И теперь все вообще отлично тормозит. Единственное, что есть небольшой звук от того, что болтается вправо-влево. То есть она не вниз бьет, а вправо-влево болтается, и из-за этого идет звук. Шайбочки поставить не помогает, тогда начинает закусывать и не получается отремонтировать. А так все работает отлично, тормозит отлично.